Здравствуйте, я Алексей Язовский, риэлтор компании Spain Tour. Приглашаем вас в наш офис для любых консультаций и выбора объектов из актуальной базы недвижимости. Nos vemos, amigos. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Давайте посмотрим с вами еще один домик в Кастайе. Третий я уже вам показываю. Цена его уже другая. Так, что это такое? Здесь окно я вижу. Странно. Наблюдаем фасад. И наши ушли в сад. Ах, стихами, как сказано. Иду и я в сад за ними. Что мы видим? Домик жилой. Растут цветочки. Ох ты! Это что, лилии? А я в саду лилии, лилии. Так, беседочку наблюдаю. Очень интересно. И заросли. Заросли нас закрывают, наш интим от взглядов. Там, слышите, дети играют. Рожают здесь детей. Жилая территория, цветочки. Везде цветочки. Пошли смотреть. Обернемся и покажем. Вот так выглядит домик у нас с другой стороны. Так. Как бы проход есть. Можно здесь посадить такую вьющуюся траву, короче. И будет вам очень красиво. Так, ух ты, какая тарелка. Да ее на металлолом сдать можно, полдома купить. И с нее тоже подъем здесь рядышком. То есть не с нее, а рядышком. На верхний этаж, на солярий. Тоже цветочки. Столик. Столик. И... территория с той стороны заросшая, но она никому не нужна была. Но тарелка впечатляет. Ого. Все, иду в дом. Проходим в дом. Что мы видим? Ого, вот это холл. Вот это да. Ну невезуха и все. Вы представляете себе, начал снимать на фотоаппарат видео, а там тоже карта заглючила. И снимаю на видеокамеру с мобильного телефона. Ну, ёкало мене, а. Такое у меня бывает редкость. Здесь находится санузел. Видите, да? С душевой. Отличное состояние. Итого, дай бог, мы с вами поймем в течение, что же такое здесь есть. Так, все, бегу, снимаю на мобильный телефон сам дом. Поднимаемся в домик. И что мы видим? Мы видим на входе. Здесь живут люди, все очень ухожено. Зал. Камин. Так. Очень все прилично. Мебель. И сейчас пройду еще, покажу вам другие комнаты. Идем. Заходим пока направо. Опять этот же полукруг. То есть объекты построены от одного застройщика. Сейчас буду снимать очень коротко. Везде встроенные шкафы. Видите, мебель. Одна комната. Проходим здесь по коридору. Налево санузел и душевая. Нет, ванная. Ванная. Так. Прямо еще комната. Двухспальная кровать и шкафы. Так. И итого две комнаты здесь. Здесь третья комната в этой же секции. То есть на три комнаты получается... один санузел. Так. И пошли через зал в кухню. Вот она, кухонка. Очень хорошая. И из нее выход опять на тот солярий. А нам наверх.
Пошли посмотрим, что там. Я прошел. Этот вид вы уже видели неоднократно. Какой прекрасный вид на горы, на там долину. Разворачиваюсь и показываю вам здесь территорию. Хорошенькая плиточка. Ну и виды, виды те же на горы опять. Вон там именно Аликанте. Вот за той горой, видите? И там балкон Аликанте находится. Вот там, сейчас попробую приблизить. Вот здесь вот, балкон Аликанте находится, с которого видно все побережье и Аликанте. Там же грибы люди собирают. Все горы в зелени. Шикарные виды, отличные виды. Ну что, друзья, ну вот так вот. Людям этот объект понравился. Посмотрим, чем все дело закончится. Хочу дополнить, что в этом помещении везде есть кондиционеры. Я просто не посмотрел, друзья. Так. И котел на газу подключен. И стоят баллоны, и человеки пользовались этим газом. Понятно вам, да? Итого, эти деньги удастся сэкономить. Отопление там и так далее. Ну, нормально. Что? И вот газовый котельчик установлен здесь. И к нему баллончики подключены.